Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Мы уже видели выступления спортсменов под композиции Димаша Кудайбергена. Это были номера в фигурном катании, художественной гимнастике, воздушной акробатике, но и представители такого высококультурного вида спорта, как синхронное плавание, тоже не могли обойти стороной творчество нашего любимого артиста. Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, делится фрагментом показательного выступления российской команды под композицию «Любовь уставших лебедей». Димаш – любимый певец нашего главного тренера Татьяны Николаевны Покровской. Этот номер мы поставили специально для нее. Друзья, во время интервью каналу «Матч ТВ» у главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской спросили: «Если вас позовут, на какой концерт вы пойдете?» И вот что она ответила. «Конечно же, на концерт Димаша Кудайбергена. Я ходила на его выступление в Кремле. С тех пор болею Димашем. Когда у меня плохое настроение или уже накатил вечер, я нахожу Димаша на YouTube и наслаждаюсь его пением. Сказочный мальчик. Он меня даже психологически оздоравливает и успокаивает. Это чудесный голос. Надо его беречь. Хочется, чтобы и в России также бережно относились к голосам. У нас многие прекрасные голоса пропадают, куда-то деваются. А если бы вам дали 1 миллион долларов и сказали потратить на благое дело, вы бы что выбрали? В онкологические детские центры. У меня внучка умерла от рака мозга. Дай Бог здоровья детям. Пусть они вырастают, получают путевку в жизнь. Как молодой, но мудрый Димаш сказал: наше главное предназначение – не петь, а быть хорошими людьми. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Все постарались, все молодцы. Ну а зрителю большое спасибо!